Красные, да вы везунчики! Но, чтобы не дивизировать в следующий раз, как бы это первый и последний раз, конечно. Больше таких не будет халявных игр. Да. Вот, а следующая игра у нас 20 на 5, поэтому да. Это будет интересно, и там все без правил. Ребята, встретимся в Корофильм. Встретимся в Корофильм. Ребят, вы можете делать небольшие селфи и уходить отсюда. У нас есть дуэлянты уже готовые. Так, давайте их сюда. Все, вину. Больше людей, больше. Вот. Все-таки маленький размер у нас этих незончиков. Я, конечно, советую вам застегнуться, но как хотите. Я буду вас называть Slim Shady. Вы знакомы, ребята? Вы знакомы? 15 лет назад познакомились и решили сегодня собраться? Есть ощущение, что вы перепутали размер еще. Вы супруга, а вы супруг, да? Правильно я понимаю? И вы хотите друг другу отомстить за вчерашнее. Вы решили сэкономить не только пологи на семейном, а и сейчас выяснить все дела свои. Понятно? Внести в отношение новую, как бы... Может быть, вы просто хотите накормить друг друга чем-нибудь вкусненьким, правильно? Вот это кондитерское насилие у нас происходит. Так, у нас есть два торта, у нас есть четыре, если что, но нам не нужно. Остановись. Так, ладно. Бытовое кондитерское насилие в семье. Если у нас четыре торта, может сделать, как в оркестре, двумя тарелками по ушам? Это прикольно. Давайте. Это прикольно. Давайте, по два торта. Начнем. Кто вас солил? Это называется оркестровая яма. Не, мне кажется, надо мужчину напоследок оставить. Он нормально может прижать там. Втереть торт, так сказать. Ну ладно, пойдем. Не, Игорь, по два торта началось. По два. А вот еще, да? Два как раз. Все, ну давайте с вас. Давайте с вас начнем. Подходите к своей супружнице, любимой. А я из-за чего запись перезапустил, а мне, оказывается, все это время была включена гарнитура, и весь звук записывался через нее. Вот, а я как раз хотел еще проверить микрофон на этом телефоне, я еще такой громкий звук никогда не записывал, и как раз хотел проверить, как записывается, только потом вспомнил, что я же гарнитуру не выключал. А вот, и сейчас выключил, сейчас пару минут записал, чтобы потом проверить, как там озвучка будет. Так что примерно вот такие карусели. Сейчас, в принципе... Что, в какую сторону? В сторону озер или в сторону тех водокачек? Воздушная гимнастика. Пройтись на бетонном парке Горького. Ага. Потом детские площадки. Вот это заснять, но это уже в комплексе с этим. Все, спортивная площадка парка Горького. Ага, так, ну что, давай здесь глянем, давай, что здесь вообще происходит. Новые записи, спортивная площадка, как у него. Так, сейчас.